17 сентября Каспийск отметил свое 77-летие. В рамках празднования прошли различные тематические мероприятия. Выставки, концерты, квесты и многое другое. Завершением праздничного вечера стал концерт в парке имени Халилова, организованный Управлением культуры города Каспийска. Открыл мероприятие военный оркестр Росгвардии, который исполнил хиты последних лет, такие как «Севастопольский вальс», «Русский сувенир», «Фанфары Победы», «Попури 80-х» и другие. Украсило мероприятие гимном Каспийска Сабина Тагирова. Ты ветер зарождаешь шум волны, возник прекрасный город на земле, во славу родине, на славу всей стране. Кроме того, детская медицинская клиника «Кидны» подготовила для жителей города развлекательную программу с участием любимых мультигероев. Больше всего этому событию были рады юные каспичане, которые приняли участие в творческом конкурсе от клиники «Кидны» и стали победителями различных призов. Учись читать, важнее нет науки. Тот, кто умеет сам читать, совсем не знает скуки. Всю жизнь свою учись читать внимательно, серьезно. В завершение всем желающим от мала до велика нанесли рисунки аквагримом.